Обнова ТМ2? Оу! Найс. Это... Слишком дохера куртка. Не зря я в себя не верю. Не хотел. Есть! Так, господа мои хорошие, господа мои любимые. Я вас сегодня собрал вот по такому делу. Обнова ТМ2? Сегодня 100 кейсов новых открываем. У нас с Владом дуэль. Он открывает 100 кейсов, я открываю 100 кейсов. Кому раньше всех падает аншапка, тот побеждает. Прикол в том, что Влад мне в телегу сегодня написал, что «Рома, я уверен, что ты победишь, потому что я уже открыл свои 100». Подробностей не знаю. Давайте, во-первых, я вам покажу вот эту вот замечательную прелесть. Хорошо, это первая страница. У нас еще вторая есть. Ну, технически еще есть третья и четвертая, чтобы вы понимали масштабы трагедии, да? Ладно, господа мои хорошие, господа мои готовые, мы готовы. Любимые господа, давайте приступать, что ли? Поехали! Первый кейс задает настрой на весь последующий open кейс. Кулачки держим. Coward Covers. На спае, да? И бирка. Стрэнджа из первого кейса. Вау! Поехали дальше. Заканчиваем открытие. Так, это на инжа, слитсют. Найткэп. Это на демо, я так понимаю, для этого саба. Для сета пижамного. Чем бы нет. Перенос тронных счетчиков. И курточка, вот эта самая. На хэви? Да, она на хэви. Оно стрэнджовое! Две стрэнджи за 4 кейса, неплохо. Вольво, не тупите, будь ласка. Оу, бил! И, оу, три штучки. Перенос странных счетчиков и... Фестивайзер, я уже забыл, что они падают. Стрэнджовый бил! Три стрэнджи из 5 кейсов. Фух. Так, ладно. Пижамные штаны на демо. Оу, на пира. Тоже из этого сета. Торчер Стрэндж Коут. Мне она понравилась, я услышал. Это у нас снайпера, Рактрекс. Давайте быстренько. Да! Напира. Импакт импеллер. На медика пальтишка! Класс! Поехали. Свайпса, да, знаю. Мы его рейдили даже. Trench Warfarer. Крутая текстура, согласен. В кавычках. Фестивайзер. И на Энджа опять. Курточка на скаута. Онж. Нет. Костюмчик на спая. Пока ты открываешь кейсы, цены падают. Расширитель рюкзака, найс. И это на инжа вот эта вот причесочка с рукой. Клухарда. Ты окупил 5-10 кейсов. Уже неплохо. Анжа! Нет. Шапка на солдата стоит 29 рублей, берите. Пум-пум-пум. Меня этот звук когда-то задол... Coward Cowers. Так, 20 кейсов открыли. Дальше. У нас еще много-много-много. И ночнушки. Найткэп. На демо я бы себе какой-то анж хотел бы. Курточка на хэвика. Обычная. Подожди. Еще не вечер. Анюжа. Боже. Фестивайзер. Жилетик на снайпера. Да. Билетики. Перенос странных счетчиков. Слишком дохера куртка. Наушнички. Найс. Бело-розовая красочка. И опять или куртка, или... Да, вот эта вот херня. Билетик. И напира шапка. Вот это вот самое. Фестивайзер. Перенос странных счетчиков. Риджит фэшн. Это круто. Ну, кто я вообще такой? Я в стиле не разбираюсь. Фестивайзер. Билетик. Хороший кейс. Мне нравится. Дуэлька. И... Костюмчик на первом мне, который не нравится. Фестивайзер и... На инжа. Не все. Пошел нахер. Белая! И на спая. Не знаю. Где-то миллион кашлю, минус 40 мороз. Оу! 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 Бордерс мини! Наконец-то! Найс. Если бы оно, конечно, анж стрэндж было. Оно может быть стрэнджом, оно может быть анжем. Но мне нужно вот именно вот, что вот комбинация совпала. С бомбончиком. Наспая. Wondrous Wool снова. Шапочка била, типа. То, что не продам, мы разыграем через недельку. На снайпера говно. Давайте уже закончу open case. Пожалуйста. Привет, Влад. Ура. Так. Я сейчас тебе покажу, как надо выбивать. Наспая костюмчик. Наспая. На медика. Суперская. Анжи? Нет. На солда говно. Мне не нравится абсолютно. 50-й кейс. Шо, ни хрена? Путы! Ни хрена.
Так, первая страничка закончилась. Из 50 кейсов 10 стрэнджи? Это что-то интересное. Так, ты сейчас уходишь за чаем, и у нас из 51 кейса падает анж. Смотри. Причем неплохой. Анж файер? Расширить рюкзака. Ну, что поделать. Инжа говно. Тогда я ускоряюсь. Анж, пожалуйста. Нет. Отвернись. Отвернулся. Неинтересно. Напира говно. Стрэндж. Опять стрэндж. Так, пожалуйста, мне нужно что-то... Это говно. Хоть что-нибудь, пожалуйста. Что-нибудь unusual. Это у нас Нинджа, и это у нас фестивайзер. Я предлагаю потом собраться и открыть какие-то кейсы на пару... Секундочку! На пару в виде батла, но надо заранее спланировать тоже, что и когда. Да, я после этого open кейса восстановлюсь сначала. Счетчик. Убийство снайпера? Найс. Хотя хедшота бы покруче было. Я тут не делал в сообществе, Рома, мы будем первыми! Хотя бы чуть-чуть. Sky Festivizer. Да, ну посмотрим, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, насколько твой егермейстер везучий. Пока что не очень. Анж мне почему-то решил не падать сегодня, да? Да. Курточка на медика шикарная. Надо будет, кстати, в МВМ сходить. Убито медиков? Круто. Херня на Инжа. Рома, ты бы хотел себе коллекционку Айзека? Не, не хотел бы. Не хотел бы, не настолько. Yes! Блять, если бы ему наушник порвал. Ай, класс! Класс, класс, класс. Не, нормально, нормально, нормально. Наконец-то. Влад, ты проиграл официально. Natural Lights, без понятия, что это такое, я крайне надеюсь, что это что-то хорошее. Так, prediction. Аншапка упала первой. А это значит... Давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, этот самый... Я не часто такое говорю, но, по-моему, мне анж, который мне упал, не очень нравится. Хотя... О, так в миллион раз лучше. Вот теперь это анж хороший. Так, ну что ж, продолжаем разговор. Буду ли я еще бухать? Хотя бы пол рюмочки. Боже, я тогда сопьюсь, я не смогу собаку выглядеть нормально. Это не Ninja Fire. Impact Impaler. Найс на медика, Frigid Fashion. Может, сейчас еще один будет, подожди. Стивайзер. Надеюсь, не просрут 2к балла. Ты поставил, что ничего не выпадет. Ну-ну. Я тоже думаю, что ничего не выпадет, но поставил на один. Ну-ну. Так, 23-й с конца. Но Стрэнджа все равно дохренища. Еще и анж. Еще и неплохой. Ну, относительно неплохой. Я его сумел сделать неплохим. Я хочу еще покрасить, наверное. Санса для медика. Ну, это не совсем костюмчик Санса. 20 последних кейсов. Как и на Инжа. Еще один? Нет. Что нишки? За 40 гривен. Ту-ру-рум. Пальтишко на медика. Стрэнджовое! Боже, и анж упал. Мне не хватает для полного счастья анжужифайра. Анжужифайра. Да хватит. Все. Пожалуйста. Последние 10. Хотя, может, не последние? Я так выпил чуть-чуть. Я вот думал, может, еще купить? Не, плохая идея, супер плохая идея. Анш, нет. Анжи фаер? Анжи фаер? Нет. Видно, странно чуть. Бирка. Костюмчик на спае. Говно. Поехали дальше. Габайн подкручивает не в ту сторону, правда? А-а-а, нихера. Последние 5 кейсов, но может даже не последние, потому что я еще подумаю. Найс, пальтишка. Фестивайзер. Рома, открой кейс имени Кроша. Окей, третий с конца кейс имени Кроша. Это не значит, что я ему что-то отдам. Ни хрена не упало. Крош, ты говно. Не обижайся, но ты говно. Ни хрена. Что-нибудь. Говно на Инжа. И Амдюжи Файр, пожалуйста!
Боже, меня... мои соседи снизу охеревают сейчас. Я знал. Я надеялся. Влад такой троеточие. Класс. Ну что ж, пришло время посмотреть, что же... Молимся. Я не то, что сильно верующий, но давайте молимся на то, что упадет Анж Таун с луной. Galactic Connection. А ну. Сера... Это луна! Насколько я знаю, лучший анж, который может быть именно для Таунта в этом кейсе, это то, что Кресбер показывал, то, что это с месяцем. Это с туманом синим или красным, если за красную команду, и с месяцем. Это лучшее. Это лучшее вообще, что есть в этом кейсе. Так, мне что, в Бога сейчас начать верить? Вы чё? Где? Айтем тест какой-нибудь. Я молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, хорошо. Но у нас остался последний кейс. Он золотистый, потому что особенно из него сейчас выпадет что-то мега невероятное. Просто мега невероятное. Дуэлька. Футболка на хэви. И Unvision Fire еще один, не? Видите? Нормально. Нормально. A few moments later. Мы сейчас сделаем вот какую глупость. Так, ну что, последние 20, и может поиграем наконец-то. Пришло время анжа-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 жа. Нет. Это не лаймовая. Анж на шестом кейсе. Посмотрим. Ни хрена. Это был пятый, смешиваюсь, да? Фестивайзер. У нас инжа. Это шестой. Не, это красочка. Ну, прикольно. Фестивайзер. Курточка на медика. Оу, наконец-то! Бонг Бини! У нас его еще не было. Это первая розовая, которая нам упала. Нет, это не то, что я хотел. Нет. Мне уже выпало все, что должно было выпасть. Пожалуйста. Фестивайзер и... Что? И ментоловая краска. Так, у нас осталось сколько? 8 кейсов. Посмотрим. Найс. Фестивайзер. Нет. Билетик. 5 кейсов. Всего лишь 5 кейсов. Еще один? Нет. Костюмчик на спай полное дерьмо. Костюмчик на инжа полное дерьмо. Последние 2 кейса. Костюмчик на снайпера полное дерьмо. Пожалуйста. И фестивайзер. Ну. Не зря я в себя не верил. Чек трейды, с удовольствием. О боже. Господин Бамбур требует продолжения банкета. Ну что ж, раз такие пироги, банкет продолжается. Поехали. Без голосовалки, без ничего. Оу, май, капер. 22 бакса, ну, ладно. Это, по-моему, самое лучшее, что мне падало из этих самых. Из карантина, с конфиденциала. Фобос. Фобский фильтр. Спасибо, Бамбар. Ну, слушайте, честно? День, так сказать, удался. Доволен, полностью доволен. Слушай. Что я хотел? Я хотел анж-шапку, я хотел анж-насмешку. Все. Это все, что мне для счастья надо. Я получил то и другое, я доволен. Сегодня замечательный стрим, замечательный день. И вообще все замечательно. Кто не в нашем Дискорде, бегом заходите. Бегом.